Доброе утро! У нас наконец-то тепло. Ну как тепло? Светит солнце. Но не совсем тепло. Как-то очень даже прохладненько. Закрою я, пожалуй. Я, кстати, несколько дней сидела дома, потому что у меня были натерты мозоли. Это были глубокие раны, просто капец. Я не могла вообще ни одну обувь надеть, я не могла ходить. Мне было больно даже просто по дому ходить без какой-либо обуви. Поэтому я, короче, очень хорошо проводила время одна дома. Короче, посмотрела ролик Антона С, моего любимейшего блогера. О, машинка! Обязательно нужно снимать, когда машинка стирает. Я сегодня посмотрела видео своего любимого блогера Антона С, который уходит от нас. Людям и не живется спокойно. Чё вы лезете? Чё у вас не так? Все, что такие г***ны пишут нам, блогерам, все это касается их самих. Ну, потому что нормальным людям пофиг вообще, у кого там что когда-то было, кто там что говорил, что кто делал. У каждого есть свое прошлое. Просто жаль, что столь шикарные, красивые люди уходят просто. Я сейчас хочу сделать себе... Это не спагетти, это китайская лапша. Она просто заливается кипятком. И я буду кушать через буквально 5-7 минут. Почему так? Потому что дома жрать нечего, я еще пока ничего не готовила. Мы последнее время едим все практически из духовки. Ну, мясо, по крайней мере, я точно в духовке делаю. Не знаю, чего-то уже нового хочется попробовать, поэтому даже не знаю, что и приготовить. В общем, нужно либо в интернете почитать чего-нибудь, посмотреть, либо также мяско приготовить. Не знаю, может быть, макарон сварить. Мы, кстати... Господи. Мы, кстати, купили недавно, как это, натурпродукт, просто сделанное тесто из муки и порезано на такие длинные штучки. Я недавно делала, по-моему... Они у нас пропали! Плесенью покрылись, их нужно было в холодильник положить. Ну и запах. Ну ладно, пойдет в мусорку. Уже готова моя лапша. Вы, кстати, думали, я буду так ее есть? Нет, я с соусом. Соус, кстати, у меня Капитан Америка. Капитан припасов. Соус по-грузински. И добавила сюда чесночную соль еще вот. Пахнет это вкусно. Поэтому очень-очень уже хочу кушать. Погодка просто шик. Я достала пуховик. Пуховик! В мае! Это пиздец. Мне не нравится эта погода. Как хотите, мне не нравится. Я сделала вкусный борщик. Просто объедение. Но на кухне такой бардачелло. Пошла убирать. А водичка течет на минуточку вот такой вот струйкой. И вот это все нужно помыть этой же струйкой холодной воды. Люблю трудности. Все чисто. Это было, наверное, самое долгое мытье посуды в моей жизни. То, что вы видели, это соседи все-таки соизволили вынести свой мусор. Наконец-то. Не прошло и 2-3 недель. Дело продвигается. Раньше у нас было 3 платежки, здесь их 33. Короче, звоню я целый день, тут уже в ЖЭК. Звонила по тому номеру, по какому звонила в прошлый раз, и в этот раз мне почему-то ответили, что мы не обслуживаем.
Сказали, на платежках, смотрите, на платежке нашла номер, звоню, а бухгалтерия откуда может знать? Да я откуда знаю, кто вы, бухгалтерия или кто вы там? Короче, блин, сказали мне номер телефона, дозвонилась с горем пополам туда, и, как выяснилось, в общем-то, плановые отключения. У нас рвут пуканы по этому поводу, потому что, ну, без горячей воды, соответственно, все знают, да, как-то неудобно жить. Эти плановые отключения каждый год, и удивлений никаких нет. Я просто молодому человеку говорила, что они где-то примерно в этом же районе, ну, где-то в мае месяце, и отключают воду горячую. Но он со мной спорил, он не соглашался, и, как оказалось, сам даже скинул ссылку, что плановое отключение. Сейчас 17 число, вот до 29 числа не будет у нас воды. Ю-ху-ху! Этот чувак очень похож на актера, забыла, как его зовут, в «Железном человеке» снимался. Фильм называется «Без тормозов», он шел в кинотеатрах, я его так хотела посмотреть, только потому, что там снимается этот актер. Но, как оказалось, фильм французский, и это все французы, и это совсем не тот актер, но очень похож. Я собралась, нужно сходить в магазин, короче, купить еды. Хочу съездить забрать свою коробку, которую я заказала специально из Икеи для вот этого всего. Здесь на подоконнике рой моих проводов, всяких камер и всего остального. Поэтому я заказала для них отдельную коробочку, которая уже пришла, и ее нужно поехать и забрать. Что я сейчас и сделаю. На улице теплее, чем я думала. С балкона как-то холоднее будет. Я, как обычно, куча сумок, еле иду. Мне надо бегом бежать домой, все это бросать и бежать навстречу. Я уже дома. Нужно теперь из вот этого вот собрать вот это вот. Ну где оно? Вот оно. Что вы думаете? Я, как обычно, опаздываю. Ничего удивительного. Ничего не меняется. Смотрю не магию и буду кушать семгу в лаваше. Это такая вкуснятина с сыром и зеленью. Попробуйте, вот просто попробуйте. Не будем медлить. Вот так еще. Так, я решила что-нибудь приготовить. Вчера я брала фарш, сделала уже из него котлетки. И брала вчера такие большие макароны, взяла их, начинила фаршем. И сейчас буду варить. Никогда ничего подобного не делала и не пробовала, поэтому... У нас сегодня светило солнышко утром, а сейчас в обеденное время у нас дождюган хренячит. Ощущение, как будто живу в Петербурге, ей-богу.